А Путин, сука, сдохнет, сдохнет вся Россия. А Путин, сука, сдохнет, слава Украине. А Путин, сука, сдохнет. Что? Это они меня не знают, в смысле? Все, кто тебя боятся, будет лучше. Я снимаю контент. Это был такой день. Вот что ты делаешь, Веня? Собачья Веня, поздоровайся. Ладно, Веня, похую на вас. Веня вышел по своим собачьим делам. 2000 шагов уже за сегодня находил. Сейчас мы еще ворон погоняем по традиции. Собачья какашка. Ворон из всех остальных, кто попадется нам на пути Ленином. Вот такая у нас прогулочка. Пойдем на нашу любимую горку, там, где можно себе пиздак разбить. Лох, потому что я не лох. Короче, вышли погулять. Хули в пятницу вечером сидеть дома. Вот и я так подумал. Якого хрена в пятницу вечером сидеть дома, если можно пойти и нормально провести время. Вот мы сейчас попытаемся это сделать. Йоу-йоу-йоу. Я забыл, проход. Только не. Еще чуть-чуть исполнил бы личико. Но я вовремя обнимался. И Дима вовремя реакция сработала. Упс, а еще трактор есть. Нам надо дорогу крутить. Погнали. А ты куда, блядь, едешь? Ты шо? На спорткаре чи шо, блядь? А я предупреждал, блядь, что лучше утекать. У меня дикий пес, весь хозяин, бачит собаку, разъебывает. О, началось. Нет, собачья какашка. Ну что, файт. Махач начинается. О. Тут еще одни собачки. Да хватит. Бегаешь. Вот сам виноват. Да.
320 гривен. Ну, хорошо. Ну, да. А в сторону там что-то нет? Угу. Она всегда молчит, но скоро скажет свое мнение. Нападать играть, не бить и править ею так не выйдет правильно видеть. Она не даст себя просто обидеть. Не будь ты царь, и будь ты бог, да, и будь ты кошка, годная лет. Ни перед кем не ставь колени. И города станут горой, и поверь мне, не помешает нам никто свободы набиться, пока в каждом из нас живет Божья украинца. Моя страна не упадет на колени, и города станут. Thank you.
приїхали подавати документи на загранпаспорт. Пацани, ребята, український кетчуп, рідненький, до шашлику, який же лучше вибрати? На його скидках. Я взагалі в шоці, я так давно цього всього не бачив, а ТБшка любима. От яка емоція, ладно, пішли. Я вхожу, в мене була приправа, приправа для корейської маршрути. Я в шоці, АТБ. АТБшка. Гори. Ну, ладно. Ну там по Румынии уже. Мы ж туда. Мужик каже, там Румыния уже. Эй, а где кулек? Да, давай. Сообщите лично. А не ты? Румынию. Домой. Рядом бей. Любили, ненавидел, бедняли, богател. Кровать, как крематорий, жарил соком мертвых тел. Верю, это не предел, надо еще выше лезть. Ведь у меня нет выбора. Я проебал свою любовь, чтобы быть рокстар.